Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, братья и сестры. Атрибуты, которые любит и которые не любит Аллах. Которые сдерживают гнев и прощают людей. Воистину, Аллах любит творящих добро. Говорит священный Коран. Возлюбленные слуги Аллаха Азаваджаля – это те, кто контролирует свой гнев, прощают людей и совершают добрые дела. Аллах Азаваджаля любит их. Они его возлюбленные слуги. Когда вы поддаетесь своему гневу и следуете ему, вы удовлетворяете свое эго. Но если вы простите, даже если вы правы, это будет более почетно в глазах Аллаха Азваджаля. Для нашего Творца более любим тот, кто прощает. Зачастую люди не сдерживают свой гнев, даже если это в их силах, а потом сожалеют об этом. Аллах Азаваджаля прощающий. И те, кто подобно Аллаху прощает людей, Господь очень любит их. А если кто помимо этого проявляет милосердие к людям и помогает им физически или духовно, совершает большое благодеяние. Аллах Азаваджаля обладатель милосердия. Хорошо иметь черты характера, схожие с атрибутами Аллаха. Конечно, некоторые из них являются присущими только для Всевышнего Аллаха. Они есть только у Него. Примером этому может быть такой атрибут Всевышнего, как гордость. Наш Господь не любит горделивых. Гордость может быть присуща только нашему всемогущему и великому Творцу. Он обладатель величия. Кроме того, Аллах Азваджаля щедр. Когда у человека есть эти качества, нашему Творцу это нравится. Аллах Всемогущий и Пресвятый, прощающий. И это очень хорошее качество. Если люди будут подражать своему Господу, иметь такой же атрибут, это очень хорошо. Конечно, есть атрибуты, которые присущи только Всемогущему и Великому Творцу. Если у людей они будут, это только будет вредить им, и их поступки будут плохими. Человечество должно извлечь из этого урок. Вы не можете сказать: «Я хочу быть похожим на Творца. У меня тоже есть гордость». Гордость присуща исключительно только Аллаху Всемогущему и Великому. Он создал все, и Он вправе гордиться этим. А кто же тогда вы? Вы Его творение. Вы человек, который был сотворен. Вам нечем гордиться. Вы пленник своего эго, пленник шайтана.
Поэтому вам вредно иметь такой атрибут, как гордость. Это атрибут нашего всемогущего и великого Творца, Аллаха Азваджаля. И таких атрибутов много, которые присущи только Аллаху, и которые вредно иметь человеку. Есть атрибуты, которые Аллаху нравятся, и мы можем обладать ими. Быть слугой Всевышнего, повиноваться Аллаху, быть прощающим, как Аллах Всемогущий и Великий. Это прекрасное качество. Те, кто обладают ими, относятся к возлюбленным слугам Всевышнего. Но если вы следуете таким атрибутам, как гордость, вы станете ненавистны Всевышнему. Вы станете теми, которых Аллах не любит. Шайтан возгордился и был изгнан из рая. Это самый большой пример для человечества. Поэтому мы просим у Аллаха Азваджаля сделать нас одними из Его возлюбленных слуг, иншаллах. Ва мин Аллахи ат-тауфик аль-Фатиха.